Добро пожаловать на стадион Racecraft. Здесь мы проводим величайшее шоу века о созидании и гонках. Я Клинт, и сегодня ко мне присоединяется Боб. Здесь мы проверяем ваши навыки мастерства. Правильно, Боб? Ясное дело, Клинт. Начнем с простого. Это линия старта. Она генерирует энергию для старта. Соедините в... Ого! Что это было? Это заряженный под завязку аккумулятор, Клинт. Создание трасс с помощью заряженных под завязку аккумуляторов генерирует еще больше энергии. Больше энергии, больше наград. Убедитесь, что используете их. Еще один заряженный под завязку аккумулятор. Создадим с его помощью. О, они выставляют трамплины. Вот о чем я говорил. Я говорил раньше, и я скажу снова. Если не хочется муки, нужно использовать трюки. Ого, у вас получилось! Обожаю это! Ты знаешь, что делать, Рейскрафтер! Вот так, Рейскрафтер! Вы получили? Отлично! Давайте возьмем колеса! Я первая трасса! В самом деле, впечатляет! Скоро вы будете создавать легендарные трассы! Поверьте! Теперь машины Racecraft заправляются светом трасс. Вы должны сконцентрировать его в двигателе, нажав кнопку. Как же? О-хо-хо! Это безумие! Еще бы! Последний круг! Я как на иголках! Толпа сходит с ума! Хороший тестовый прогон, Racecrafter! Внимание, Racecrafter! Это энергогенератор. Энергогенераторы могут создавать крутые предметы, такие как фрагменты трассы и модификации машин. Однако для активации вам сначала придется заполнить их искрами. Вы получаете искры за победы в гонках и побитые рекорды. Но самое главное — за создание трасс с высокой мощностью. Мы поняли, Боб? Продолжим шоу! Достаточно искр. Получите энергогенератор прямо сейчас. Новый фрагмент трассы. Обожаю! Особые фрагменты! Ха-ха! Время украсить вашу трассу! Да, здесь... Ого! Это было сильно! Ясное дело! Проще всего спланировать трассу, когда вы знаете, где находятся все заряженные под завязку аккумуляторы. Значит, теперь они взрывают весь пол молнией? Да, это все часть шоу! Потрясающе! Замечательно! Вы нашли функцию вращения. Нажмите эту кнопку, чтобы повернуть... Отлично проделанная работа!
Верное решение. Выберите название для вашей трассы. Или просто... Intrepid Concrete Blast! Проверь список машин на этот сезон, Боб. Наш Чардж против Джанко. Шоу, которого мы все ждали, оно уже началось. Турбатически! Это был взрыв! В прямом смысле! Первое место! Новый рекорд! Великолепная трасса! Время энергогенератора, а ты тут новый фрагмент трассы. Затейливый дизайн. Первоклассная трасса. Похоже, аккумулятор трассы пуст. Точно, но со временем он восстановится. А пока можете доработать свою трассу или создать новую. Реквизит. Сделайте свою трассу индивидуальной. Да, сэр Клин. Выделите свою гоночную трассу из толпы.
против «Стрим». Здесь колеса впервые касаются дороги. Блестяще! Отлично! Ваша первая модификация машины. Модификации — это улучшения, которые могут помочь вам в определенных ситуациях. Вы можете применить модификацию сразу после выбора машины перед началом гонки. Хотите начать новую трассу?